жизни нашего спорта есть люди выдающиеся, которые оставили глубокий след. И очень важно, когда ты растишь следующее поколение, очень важно помнить о предшественниках. В частности, сегодня мы завершили турнир памяти Саши Погорелова. Ну, кроме того, что он был мне очень близким, родным человеком, мы дружили с ним. Саша был великолепный футболист, много давший советскому, украинскому спорту. Капитан Днепра, чемпион страны. То есть забыть о нем и не обозначить, и, в общем-то, не сохранить память, я думаю, что это было бы просто, ну, непорядочно в отношении всех выдающих спортсменов. Мы, кстати, проводим все турниры в городе и стараемся каждый раз вспомнить тех, кто был рядом с нами. Это Сережа Жарков, Саша, в частности, Погорелов. Много было талантливых выдающихся. Поэтому игра сложилась сегодня напряженной. Не хватало Саши Погорелова. Скажу я вам, конечно, тут нужно было поставить точку и дожать противника. Но в конечном итоге очень важно, что ребята вышли целыми, невредимыми после этой игры. Довольными, удовлетворенными. Турнир сложился очень сложно. Попали мы в зону пандемии, где залы были закрыты. Вот мы сейчас с трудом закончили чемпионат города. Но важно, что это произошло. Вы видите, финал повторился. 8-8 мы играли финал с этой же командой. И также по пенальти только тогда мы выиграли у мечты. Сейчас мечта выиграла. Достойно, грамотно играли. Они не пропустили гол. Хотя преимущество было, конечно, у Ришелье, вы видели. И победил сильнейший. Значит, люди готовились. Я хотел бы их поздравить, потому что они все время вторые, третьи в чемпионате, в открытом чемпионате города Одессы. Поэтому они очень здорово отыграли. Дисциплинированно, хотя у них не было одного из игроков, Сережи Гавриленко. И они без него сыграли прекрасно. Лучшим нападающим игроком у них стал Кукин Николай. Тоже забил очень много голов. Такое чувство, как у бывших звезд сборной ФРГ Зейлера и Герда Мюллера. Были такие невысокорослые люди, а забивали такие голы. Использовали практически каждые 90% или 80% из тех моментов, которые у них были. Поэтому турнир закончился. Мы уважали очень Сашу Погорелова, поэтому будем ему всегда посвящать. Я уже повторяюсь, мы сейчас будем проводить опять цимбаларя, уже футзал 50+. Потом Сергея Жаркова будет у нас 55+. И летом еще будет, ну, продолжаем и мини-футбол на площадке, и будет 8-8. Ну а дальше всем здоровья ребятам, всем ветеранам. Вы видели, запасные кричат, шумят, азарт. Люди живут этим футболом, поэтому проигравших здесь нет, здесь одни победители. Хотел бы поздравить команду «Автомобилиста». Также ребята сыграли, заняли впервые третье место. Они все время были рядом. И тогда за третье место проиграли цимбаларя буквально по пенальти. Поэтому сейчас они опять выиграли бронзовые медали. Хотел бы их тоже поздравить. Ришелье молодцы, но 107 или 108 свой титул не получили. Получается, вот так, так мы закончили прекрасно этот турнир. Без травм, главное. Азарт был, вы видели, какой был азарт. Люди переживают, кричат, шумят. Поэтому все нормально.